стартовали трехдневные выборы в Московскую областную и Государственные думы. Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Одинцова Константин Федотов и ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Ковалев проголосовали в Одинцове. Сегодня вообще большой праздник для народа. Он должен определить, кто будет им руководить в дальнейшей нашей жизни. Поэтому каждый наш гражданин должен с высокой ответственностью подойти к этой знаменательной мероприятию по выборам наших новых депутатов, которые будут принимать законы, все, что необходимо, в следующие 4 года. Выразить свою позицию на выборах – наш гражданский долг, отмечают ветераны. В свои 95 лет Константин Сергеевич продолжает активно участвовать в жизни своей страны и города. Пришел я для того, чтобы депутаты, которых мы сейчас изберем ныне в Государственную Думу, ответственно отнеслись к своей обязанности и выполнили все наказы наших жителей. Вот это хотелось бы, чтобы мы сохранили свою Россию. На избирательный участок в городской дом офицеров уже с самого утра приходили жители. Свою активную гражданскую позицию хотят выразить многие. И молодежь, и люди старшего поколения. На мой взгляд, долг каждого гражданина проголосовать. Если мы хотим, чтобы что-то изменилось в нашей жизни, чтобы что-то стало лучше в стране, поэтому это мы обязаны это сделать. Какие-то свои предпочтения отдать в этом голосовании. Пришла на выборы, потому что я очень верю и надеюсь на положительное, позитивное будущее нашей страны, нашего образования, нашей медицины. Надеюсь, люди и партии, которым мы доверились, оправдают надежды народа, и все будет хорошо. Поэтому я считаю, это важно. Голосование продлится до 19 сентября. Чтобы сделать свой выбор, у жителей есть еще 2 дня. Екатерина Крамер, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».